Что такое забота? Забота – это когда вкусно кормят, уделяют внимание. Мне на день рождения в отеле принесли тортик. Забота – это когда дарят открытки. И иногда маме помогаю выгуливать собаку. Для меня проявление заботы – это когда сотрудники отеля делают чуть больше, чем ты предполагаешь получить. Один из моих любимых случаев – это когда, находясь в одной из командировок, я возвращалась с пробежки и получила бутылку воды от швейцара, еще не успев зайти в отель. Это было мило и неожиданно, и это сделало мой день. Каково это каждый новый день посвящать заботе? Каждое утро просыпаться готовым дарить улыбки и встречать их в ответ. И что такое забота? Что она значит для нас? Мы спросили коллег, как они заботятся о гостях. Как-то раз в бар к нам пришла девушка, по ней было сразу видно, что ей холодно. Но она стеснялась в этом признаться. Я подошел, дал ей плед, налил горячего чая. Она очень удивилась, потому что не ожидала этого. Но для меня важно, что она почувствовала на тот момент небольшую, но важную для нас с ней нотку заботы. Я еще работал обычным поваром и пришел работать чуть пораньше. Ну, официантов никого в зале не было. Я смотрю, девушка какая-то растерянная ходит. Ну, я подхожу к ней и говорю: девушка, может вам помочь? Она такая говорит: да, помогите, пожалуйста, я уже не знаю, к кому обратиться, мне нужно погреть детское питание. Ну, я взял детское питание, пошел погрел, хотя концепция гостиницы не предусматривает это. Ну, я взял, погрел, отдал ей, вы даже не представляете, как мне было приятно, насколько она меня благодарила. И написала такой прекрасный отзыв, ну, вообще был супер. Я заметила, что девочка очень сильно капризничает и просто не дает покушать родителям. Тогда я взяла раскраски, отвела ее, и мы с ней поиграли минут 15-20, наверное. За это время родители успели покушать. Потом на выходе родители поблагодарили меня и даже пригласили в свою страну. Вы всегда можете посмотреть, какая погода и то, как одет гость, и, например, предложить взять зонтик. Меня гость как ребенок. Еще бы хотел бы ему комфортно, удобно, и вспоминать это время у нас, чтобы возвращаться у нас Азмут Тристана. Забота – это про людей. Забота – это креативно. Забота – это предугадывать желания другого и искренне хотеть их выполнить. Забота – это точно дополнительный шаг и дополнительные усилия, в том числе для того, чтобы получить спасибо. Забота – это вкусно кормить, горячий кофе. Когда тебе рады. Когда уют. Забота – это слышать другого. Доставлять радость. Когда все вовремя. Угадывать желания. Забота – моя работа. И забота точно имеет направление. Это другой человек. Для нас забота не имеет границ.